уже началось? Советник Хаммонд произносит молитву. Сегодня я хочу воздать почести этим мужчинам и женщинам, нашим отважным воинам, нашим мужьям и женам, братьям и сестрам, нашим детям. Вспомним героев ушедших и поблагодарим возвратившихся, тех, кто стоит сейчас рядом с нами. Но закончить эту молитву я попрошу другого человека. Мы не слышали его очень давно, а вот я уверен, что именно он знает, что сказать. Добро пожаловать под наш шатер. Если глядишь из темноты, то здесь горит костер. И ему свойственно привлекать обитателей ночи и прочих. Среди песка это мой дом, и я здесь Сочи. Эта пустыня мерзнет с приходом темноты. Люди, пытаясь греться, сжигали все мосты. Иные спасались жаром огня собственных душ. Но в основном это лапша на уши. Вокруг земного шара спутники и звездная пыль. А в море качка временами, временами штиль. И только ветер свободен среди седых вершин. Мы в этой точке однажды сами путь завершим. Ну а пока живой влагой наполняй стакан. Мы в этот зной, как из Парижа Дакар. Под пение, плач, гитар, сама суть проста. Добро пожаловать под наш шатер. Садись у костра, это наш остров жизни среди песчаных дюн. Путь не узнают, лишь свои другие не найдут. Тебя зовут как-то, быть может еще где-то. Это твое здесь никому не интересно это. Просто попробуй осознать ценность пути сюда. Взвешивай, не торопись, пускай уйдет суета. Ведь время есть, слушай жизни, отче. К утру прощаемся до следующей ночи. Голоса на ветру запоют, друг. Мы закончим однажды начатый круг. Нам когда-нибудь придется вернуть наши долги перед небом, все остальное подождет чуть-чуть. Голоса на ветру запоют, друг. Мы закончим однажды начатый круг. Нам когда-нибудь придется вернуть наши долги перед небом, все остальное подождет чуть-чуть.